Александр Лукашенко принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания лидеров стран – ситуация в Афганистане и ее влияние на государство. Видеосаммит прошел под председательством президента Республики Таджикистан. Встреча проводилась по инициативе России. Цена за школьные учебники составит 14,5 рублей. В 2020-м сумма была на 100 копеек меньше. Детям из многодетных семей набор обойдется в 7,25. Учащимся из социально незащищенных книги выдадут бесплатно. Внести деньги за пособие нужно до 1 октября. К слову, в этом году за парты сядут 1 миллион 85 тысяч ребят. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом. Более 1,5 миллионов белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса. Из них более 1 миллиона прошли полный курс. В Могилевской области это около 140 тысяч человек. В Брестской – 160, в Витебской – 140, в Гомельской – 220, в Гродненской – 130, в Минской – 150. Больше всего привитых в столице – почти 290 тысяч. В Минске начался республиканский педсовет. Среди участников около 1000 учителей и руководителей школ, вузов и СУЗов, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегию развития национальной системы образования до 2030-го. Сегодня проходят тематические секции и круглые столы. На завтра намечено пленарное заседание. На специальной выставке можно увидеть новинки литературы. Уборочная страда подходит к финишу. Вес республиканского каравая практически 6 миллионов 200 тысяч тонн. Лидер нынешней жатвы – Минская область. Миллионный рубеж преодолели два региона – Брестский и Гродненский. Могилевский взял планку 800 тысяч. На этой неделе работы намерены завершить. Уже сейчас готовится почва под сев озимых. Создается запас удобрений.